Обрабатывающий сектор составляет 30% экономики региона. В области 1226 промышленных предприятий, из них более 80% производственные. На рынке Казахстана область производит 14% керамического кирпича, 11% грузовых автомобилей, 55% комбайнов и 30% золота. В области сформирован портфель из 49 проектов по развитию импортозамещения. В их числе планируется к запуску в текущем году вторая очередь Макинской птицефабрики. Она уже у нас на сегодняшний день, можно сказать, полноценно реализована. И планируется выпускать 50 тысяч тонн мясной продукции. Как я уже ранее отмечал, что третья очередь дополнительно 50 тысяч тонн будет производиться на данном предприятии. То есть суммарная мощность этого завода составляет 100 тысяч тонн мясной продукции, мяса птицы в год. Таким образом, у нас уже обеспечивается до 15% потребностей внутреннего рынка Казахстана в мясе птицы. И у нас как бы поставлена задача по снижению импорта с 50% до 30%. И также вот данному предприятию у нас, кроме данного предприятия, другие проекты у нас имеются. В перспективе драйверами роста обработанного у нас экспорта станет запуск новых экспортоориентированных производств. В последние 4 месяца в область поступило 102 миллиарда тенге инвестиций, из них 38,6 миллиарда тенге вложены в основной капитал производственной сферы. В этом году планируется запустить 112 новых проектов. В ближайшее время рассматриваются механизмы реализации 48 проектов на сумму 530 миллиардов тенге. В настоящее время Акмолинская область экспортирует товары в 26 стран мира. Производство товарной продукции за последние 10 лет возросло более чем в 5 раз. По итогам 2020 года объем промышленного производства достиг своего колоссального максимума, достиг 1 триллиона тенге. На сегодняшний период, за январь-апрель 2021 года, 332,8 миллиарда тенге. Индекс физического объема рос в прошлом году 8,1%. Доля обрабатывающей промышленности региона одна из самых высоких в стране. На сегодняшний день четвертая позиция по республике у нас. В числе крупных инвестпроектов, которые будут запущены в этом году, Unicorn Holdings Ltd, компания «Аквафактория» на сумму 65 миллиардов тенге. Они производят 5 тонн осетровой икры в год. Также компания «Таджик Групп», производящая 500 тонн форели. Руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Ербул Оспанов отметил, что всегда готов поддержать новые проекты в сфере промышленного развития. Зарина Дюсекеева, Ауганбек Манарбекулы, Баужан Смагулов, Даниар Габас, Кокшак Парат.